Всем привет! Продолжаем рассматривать картины Фрина на празднике Посейдона в Эльвизине, Генрих Семирадский. Большая по размерам картина польского и русского художника-академиста Генриха Семирадского, которая была завершена в 1889 году. В 1889 году была представлена публике на персональной выставке Семирадского, которая проходила в зале Академии художеств в Санкт-Петербурге. Прямо с выставки картина была приобретена императором Александром III. Она находилась в музее отдела Эрмитажа, а в 1897 году была передана в собрание Русского музея. Сюжет картины был взят художником из книги «Пир софистов» древнегреческого автора Афинея Невкратийского, создавшего свои произведения на рубеже 2-3 веков нашей эры. Я цитирую Википедию. Фрина, известная своей красотой Гетера, жившая в IV веке до нашей эры в городе Мегары. В переводе с греческого имя означает «белокожая». В частности, она служила натурщицей для древнегреческого скульптора Проксителя, создавшего по его образу знаменитую скульптуру Афродида Кницкая, а также позировала художнику Апеллесу, который писал с нее Афродиту Анадиомену. По рассказам, уверовав в свою неземную красоту, Фрина решила бросить вызов Афродите, богине красоты и любви, которая, согласно преданию, родилась в море и вышла на берег из волн. Простому смертному нелегко было увидеть Фрину нагой. Она носила хитон, облегающий все тело, и не пребывала в общественных банях. Во время праздника Посейдона, происходившей в Эльвизине, перед ритуальной процессией, идущей от храма Посейдона к морю, Фрина сбросила свою одежду и, обнаженная на глазах у всех, спустилась к морю. В центре картины, практически разделяя ее на две части, изображена Фрина со своими прислужницами. Одна из прислужниц держит ее одежду, другая помогает снять сандали, а третья держит зонтик, загораживающий ее от солнечных лучей. В правой части картины изображена многолюдная процессия, спускающаяся к морю от виднеющегося на заднем плане храма Посейдона. Люди, изображенные на переднем плане, остановились и смотрят на обнаженную Фрину. Некоторые с удивлением и восхищением, а другие с неодобрением и даже негодованием. Пейзаж, изображенный на полотне, считается одним из лучших в творчестве Семирадского и рассматривается как одно из несомненных достоинств картины. Художник работал над полотном в своей мастерской в Риме. В процессе работы над картиной он специально ездил в Грецию и посещал Эльвизин. Утверждается, что именно при покупке Фрины Александр III впервые публично высказал свое намерение основать в Петербурге музей русского искусства. Вот Илья Репин говорил: «Большая картина, несмотря на всю академическую риторику, производит веселое впечатление. Море, солнце, горы так влекут глаз и доставляют наслаждение, а храмы, а платан посредине. Право, ни один пейзажист в мире не написал такого красивого дерева. Лица и фигуры меня не радуют, но они не портят впечатление». Как обычно, скептически отнесся к новому творению Семирадского художественный критик Владимир Стасов. Он высказал большие сомнения в достоверности изображенного на картине античного сюжета. Искусствовед Татьяна Карпова также подтверждает то, что изображение пейзажа, передающее ощущение самого воздуха Греции и дыхание морского бриза, картина производит впечатление большого декоративного панно и кажется воспоминанием о женщинах Тициана, Рубенса, Тьеполо. Искусствовед Виталий Манин отмечает, что такое произведение Семирадского, как Фрина на празднике Посейдона, воспевает красоту сущего мира. Далее он писал: «Сюжет здесь – дело второстепенно, ибо это не историческая картина. Полотна Семирадского – это восторг перед красотой». Ну вот такое описание к картине Генриха Семирадского «Фрина на празднике Посейдона в Эльвизине» я нашел в интернете. Пока-пока, до свидания. Ее можно посмотреть в Русском музее в Петербурге. Пока-пока, до свидания.